Каждую неделю Аркадия Сити радует одесситов и гостей города яркими мероприятиями под открытым небом. В минувшее воскресенье здесь состоялся зажигательный танцевальный опен-эйр от одесского сальса-клуба. Сегодня сальса-вечер. Мы сначала отдыхаем, танцуем, просто танцуем. Потом у нас будут анимации, мастер-класс, обучение. Мы сделаем такую интересную штуку, как буткэмп. Это краткое обучение за 10 минут, экстра обучение основным шагам. И потом мы все вместе танцуем на сцене, такой мини-номер со всеми участниками. Сальса – это современный танец США и Латинской Америки, олицетворение свободы и кубинских страстей. Этот танец не является спортивным, поэтому партнер для него не требуется. Неважно, сколько вам лет, в сальсе самое главное – это язык тела и стремление открыто выражать свои эмоции в движениях. Сальса от души. Сальса – это душа, собственно. Сальса – это то, чем мы живем. А сальса – социальный танец, поэтому любой человек может танцевать. Любой возраст, религиозные взгляды, вес, рост и так далее. Вам ничего не мешает танцевать сальса под дождем? Хорошей, плохой погоде. Несмотря на пасмурную погоду, мероприятие собрало множество людей. Воспитанники из одесского клуба сальсы, ученики других школ, а также случайные зрители, заинтересованные зажигательными танцами. Вы знаете, это очень-очень круто, потому что это привлечение большой массы людей, это показать людям позитив, счастье, потому что танец – это просто безумные эмоции, безумные потрясающие эмоции. Люди встречаются парами, танцуют парами, знакомятся. Это очень круто, потому я думаю, что это, ну, наоборот, нужно почаще, побольше, и вот такой вот атмосфере. Мы вообще сами из Ильичевска, мы сюда приезжаем, чтобы потанцевать, и это отличная возможность на свежем воздухе, когда не жарко, показать все, что мы умеем. Я считаю, что это отличная идея. По словам организаторов Open Air, лучшее место для сальсы – это ровная площадка под открытым небом. Новая Аркадиевская аллея стала идеальным выбором для проведения мероприятия. Открытая архитектура, большая площадь и освежающая прохлада светомузыкальных фонтанов. Очень красивое место, удобное, фонтан, красиво, центр города, море рядом. Все, что нужно для сальсы. Прошедший сальса Open Air дал возможность всем присутствующим насладиться приятным вечером, живым общением и получить множество положительных эмоций.